внимательно смотрите и запоминайте. 66 метров чистого космоса. Мы находимся в степи примерно в 150 километрах от казахстанского города Жезказган. Но самые первые вызовы космосу точно начинались отсюда. Скажу честно, безумно влюбился в космос и в нашу отрасль в целом. Здравствуйте! Вы смотрите Роскосмос ТВ. Работы с ракетой-носителем на стартовом комплексе начались. За работой наших космонавтов. Наша главная миссия – сделать космос ближе для каждого.